на Енисее. В начале 20 века город активно развивается, растет его население, а вместе с ним и количество грамотных жителей. Все дело в том, что в школы теперь принимают всех желающих учиться. Ну а для этого строят качественные учреждения, например, городское начальное училище. Для него построили здание на углу Благовещенской улицы и Плацпарадного переулка. Сегодня это Ленина и Робеспьера. Правда, изначально оно было деревянным, но сгорело во время страшного городского пожара. Новое помещение должно было быть прочным и просторным, чтобы вместить всех желающих. В газетах тогда писали: «Ни одного неграмотного. Вот принцип, в осуществлении которого нельзя останавливаться, чтобы не остаться на задворках цивилизованной жизни, не потерять славного титула великого народа. Ведь мало открыть школу. Надо, чтобы для школы были и помещения, и средства. Особенно дорого в отношении к школьному делу нашего самоуправления стремление не к численности, а к качеству городских школ. И дай бог, чтобы впредь начальное образование у нас всегда шло по пути, по которому оно теперь идет в Красноярске». Знаменитый декоратор Соколовский в этом здании проявил все свое мастерство. Здание очень гармоничное, очень нарядное. Украшением здания является ризолит трехосный и с южного фасада, и с восточного фасада. Кирпичное поле стен украшают накладные детали архитектурные, которые оштукатурены и покрашены в белый цвет. Фасад четко разделен по горизонтали и вертикали, что соответствует логичной планировочной структуре здания. Окна расположены симметрично. На первом этаже они прямоугольные, а на втором имеют арочное завершение. Пространство между ними по горизонтали украшено гирляндами. Поверху школы идет широкий фриз, украшенный стилизованным цветочным орнаментом. Дом и сегодня выглядит как новый. И так же, как и прежде, там располагается учебное заведение. Сейчас это краевая детско-юношеская спортивная школа.